Михаил Лермонтов. Еврейская мелодия. Читает Павел Беседин. Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей. Вот арфа золотая. Пускай персты твои, промчавшись по ней, пробудет в струнах звуки рая. И если не навек надежды рок унес, они в груди моей проснутся. И если есть в очах застывших капля слез, они растают и прольются. Пусть будет песнь твоя дика, как мой венец. Мне тягостны веселье звуки. Я говорю тебе, я слез хочу, певец. Или разорвется грудь от муки. Страданиями была упитана она, томилась долго и безмолвно, и грозный час настал. Теперь она полна, как кубок смерти, яда полный.